Всем привет, друзья. У нас ребята уроки готовят. Надя там в своей комнатке, Лиза здесь на кухне за столом. Вот. Так, мальчишки полезли наверх. Надо обувь снять и куртки кое-какие зимние, потому что здесь нету их. Все у нас на крыше. Сегодня убирались с Сашей по дому, убирали все, знаете, кроссовки, там туфли, которые уже не будем сейчас носить. А то, что нужно уже убрать наверх, и спустить надо все теплое, все куртки, там все. И вот нужно как-то до города добраться, до Иркутска, нам в ближайшее время за перчатками, потому что перчаток совсем нет у детей. Нашли, Миша, что-нибудь? Надюшке надо спустить. Не знаю. Папа залез? А, он сейчас, он знает, белые там у нее сапожки надо иметь. А то снег у нас так и не тает. Вот, поэтому очень холодно, конечно, сейчас ходить уже в кроссовках им. Нужно срочно сапожки достать. Мы готовим сегодня чебуреки. Лиза и Ваня мне помогают. Сделали фаршик, тесто. А ты что, мне вещи принесла? Так, давай, мне сейчас они не нужны. Я поставила масло, и оно перегрелось. Короче, немножко отставила. Сейчас уже, я думаю, можно на четверку поставила. Вот такие чебуречки у нас получаются. Давно уже не делали, не стряпали. Будем готовить. Тебе тоже надо тесто? Да. Да? Не знаю, вдруг ты наешься его. Сейчас, подожди, маленько, мама. Положу в сковородку сейчас. Так, вот такая вот поджарочка, корочка. Мне уже все нравится. Мясо разложила тоненько, чтобы уже наверняка обжарилось у нас все. Тоже принесла следующую партию. И пока ребятишки там возятся. Лиза мне лепешечки накатывает. Ну, а мальчишки что-то с фигурками там, и Алиса тоже занимаются. Так, мальчишкам просто лепешки, не хотят они мяса вообще никак, ни в каком виде. Так, Надюша сменила Лизу. Алиса тоже пытается что-то там постряпать. Миша смотрит, чтобы она не наелась, а то она уже пыталась несколько раз у нас тут тесто поесть. Это опасно, ну. Тут же жарим, тут же кушаем. Горяченькие, вкуснее, чем они полежат. Вот уже почти все сделали и закончилось, короче, тесто. Придется сейчас мне еще наводить, сейчас я тоже перекушу. Доча не кушает только это тесто. И будем еще наводить. Они еще и с майонезом. Вкусно с майонезом? Ну ладно, кушайте. Сейчас тоже сяду. Короче, решила я тесто поставить не на чебуреки, а на беляши. Сделали дрожжевое тесто. Пришлось подождать, правда, пару часов. Но вот такая вот вкуснятина будет. Фарша много осталось, поэтому чебуреки уже никто не хочет, а беляши с удовольствием. Завтра утром в школу покушают. Поэтому будем беляши готовить. Только у нас получилось, мы уже все покушали, оставим это на завтрак, да? Ванюша хочет вам показать, что он сегодня сделал. Наверное, когда он будет наводил, он не будет тяжелый. Ну ты нам такой. Расскажи маленько, что это у тебя. Вот тут можно заходить, там туалет. Катер, да, наверное? А вот тут лестница. А у тебя что, коробочка? Мам, я вот тут сейчас я открою. А тут еще мама. Тут и сейчас, Саш, подожди, маленько. И наверху. И тут. Что у Саши? Молодец, Ваня. Вот. О, у Саши сюрприз какой-то, да? У меня самые огромные. Хорошо. Умнички сегодня. Позанимались. Мам, смотри. Слава еще решил на взгляде поесть. Да, чай-то наливай. Всем привет. Я сделал такой корабль. Тут молоток. Сейчас вытащу. Потом вытащу все. Можно им что-нибудь помочь. А тут полочки. Вот полочка. И вот полочка. Можно туда что-нибудь положить и засунуть. И хранить. В этом корабле. А вот тут дырка. А тут я
не хочу сделать таз сегодня. Еще он плавать может. Мама сказала его только на яички запускать. Вот такой он красивый. И вот тут. Такой-то. Тут сзади такой. Вот тут спереди такой. Мама мне наевала. Он не взялся. Всем пока-пока. Кто кто в домике живет? Мышки на рожке? Теремочки тут понаставили себе палатки. Ку-ку. Так, идем к Сашеньке в гости. Можно к вам в гости? Да, можно. Ну рассказывайте, как вы тут живете? Хорошо. Постельные дети. Что у тебя есть? Постельные вкусняшки. У тебя есть вкусняшки? Да. Мам, а ой, спасибо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я тут с Аисой живу. У всех есть свои домики. Еще, мам. Спасибо. Заходи ко мне. Ням-ням-ням-ням-ням, меня все угощают. Еще типы. Ой, Сашенька меня угощает. Еще. И Алиса. И Зайка у них тут живет, да? Да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Заходи к Ване в гости. Заходи. Ну, когда... Нет, я у себя в домике, хочется пожить. Саша у нас делает греющий кабель. Настала у нас тут холодная пора, и поэтому люди иногда заказывают. Это для чего будет? Вот тут трубу обогреть, чтобы зимой не замерз. Ну, у нас тоже, да, такая стоит система обогрева трубы. Без нее совсем никак. Вода сразу перемерзнет. Хорошо тебе тут удобно, стол есть, все. Здесь Саша у нас, если надо, за компьютером, а здесь, если что-то там запаять, подремонтировать. Вот, такая столешница, сам сделал, не пришлось покупать. Видите, как изоляция происходит. Красота. Ну, просто немногие умеют делать. Я смотрю, не только просто так все, несколько слоев изоляции, да? Чтобы вода не попала. Да. Очень-очень важно. Надя себе сделала такую комнатку. Новогоднее украшение. Развесила виноград. Вот так вот уютненько и красиво у меня тут. Достали домашние огурчики. Вот, смотрите, рассол даже не помутнел, все хорошо. Очень вкусные огурцы, вообще обалденные, хрустят. И рассол Саша у нас тоже любит выпивать. Практически весь уходит. Вот, такие заготовочки у нас нынче. Две сестренки лежат, да, тут? Да. Мы уже укладываемся спать. Девчонки смотрят телевизор. Ну, просто что-нибудь в Ютубе включаем какие-нибудь. Или развивашки, считалки, или еще что-нибудь. До скольки ты считаешь? До 10, только путаешь 7. Не называешь. Ну, уже более-менее сейчас у него. Мы сегодня занимались. Я считаю 8, 7 и 9. 7, 8 потом идет. 7, 8 и 9. 9, 10, да? И 10. Хорошо. Саша у нас монтирует видео. Я тоже сейчас монтирую влог вам сегодняшний. Ну, это уже завтра выйдет, увидите. Короче, все заняты монтажом. Мы сегодня Алису никак не можем уложить спать. Пустая кроватка, Алиса бегает по залу. Так, где-то здесь уже. Ку-ку, ты спать собираешься? Да. А? Что да? Давай ложись, баеньки. Облила маечку уже. Не ходи, папа работает. Не-не-не-не-не. Папа работает, нельзя. Нельзя, все. Ты уже сказала спокойной ночи. Все, давай в кроватку пойдем. Ну, а пушистик там, да? Любит пушистые вещи. Мы Алису сейчас приучаем спать в зале. У нас раздвигается диван, там спит только Санька. Чтобы она тоже приучалась там спать, потому что скоро нужно будет ложить сюда малыша. И, короче, это очень сложно. Получается, она вот так носится. Не хочет спать.
в кроватке-то ей уже некуда деваться, она не может вылезти отсюда. А если она в зале, то уже все, она бегает. По кухне бегает, по залу, ко всем лезет. То целоваться ей надо, то обниматься, то еще что-нибудь. Вот видите, Газа. Папе, да, папе нельзя. Так что, короче, у нас пока вот такая вот проблемка появилась. Не знаем, что делать. Времени тоже мало осталось. Буквально вот 3 месяца, да? До рождения даже меньше. И нужно, чтобы Алиса привыкла. Ну и этот, соответственно, с ней тут носится. Да-да-да, Санечка, иди ложись. Вместе они тут бегают. Не знаю, что с ними делать. Идите ложитесь. Бай-бай. Все, пока-пока. Ну, а я в зале монтирую вам влог тоже. А, ну, вот эти вот малыши тут носятся у меня. Плохо видно, конечно, уже. Но, в общем, такая вот у нас проблема появилась, что мы не можем уснуть.